Домой с новыми знаниями. Первые результаты масштабной программы «Глобальное образование». Ее участниками стали около 700 человек, которые отправились на учебу за границу бесплатно. И часть из них уже вернулась в Россию с интересными идеями и разработками. С выпускниками пообщалась Светлана Костина. Это Роборзоид – изобретение троих российских молодых ученых. Идея создания нового голосового устройства пришла ребятам во время учебы за рубежом, но внедрять разработку будут в России. Планы амбициозные – превзойти иностранные аналоги, чтобы каждый пользователь мобильного телефона говорил «Привет, Роборзоид!» и сразу находил ответы на все свои вопросы. Допустим, домохозяйка, у нее заняты руки, например. Она не может открыть ноутбук, посмотреть рецепт или, не знаю, достать телефон. И она просто говорит устройству, скажи мне рецепт, не знаю, салата «Цезарь», и он освечивается на экране. Вот так просто внедрить поначалу непонятное устройство в повседневную жизнь. Еще 2 года назад выпускникам Казанского университета это казалось несбыточной мечтой. Сегодня, после года учебы в американском вузе, для них это перспективный бизнес-проект. Федеральная программа «Глобальное образование» открыла для этих ребят новые горизонты. Шанс совершенно бесплатно учиться в лучших университетах мира получили около 700 талантливых специалистов в различных областях из всех регионов страны. Это инженерное дело. Медицина – это наука, образование, управление в социальном секторе. Мы не направляем за рубеж наших выпускников вузов учиться на экономистов, менеджеров. Хотя, если это управление в социальном секторе, то очень актуальная и важная задача, которую нам необходимо решать в ближайшие годы. Владивосток вот здесь, да? Да, где папа учился? Давай. Из Владивостока в Америку за новыми знаниями. Специалист в области информационных технологий и многодетный отец Марат Валиев мечтал учиться за границей. В интернете увидел информацию о новой федеральной программе, собрал документы, сдал языковой экзамен и отправил заявку. Уже через 2 месяца его пригласили на собеседование в Казань. Из почти 1000 человек специалистов IT-технологий на учебу должны были отправиться 15. И житель Дальнего Востока попал в их число. Сейчас вспоминает, как учеба занимала 100% времени. Иногда без отдыха и сна приходилось выполнять сложные задания. Решили на качестве не экономить. То есть поэтому именно тех, кто будет работать в университете, то есть отправили в такой даже, ну, по американским меркам, дорогой вуз. То есть оно однозначно стоило того. В Министерстве образования России не скрывают, проект дорогостоящий. Всего на учебу российских специалистов потратят несколько миллиардов рублей. Согласно контракту, все выпускники иностранных вузов будут трудоустроены. В списке около 300 компаний. И среди них есть даже не фирмы, а целые города. Например, Иннополис, построенный недалеко от Казани. Это целый город для IT-специалистов. Люди с хорошим образованием здесь особенно нужны. Достойные зарплаты, доступное жилье, а главное, перспективные проекты. Все это привлекает компьютерных гениев со всей страны. Константин Крайнов после учебы в Китае планирует вернуться в родной Суздаль. На факультете «География человека» учат, как сделать город или район максимально комфортным для жизни. Я думаю, здесь можно было бы все благоустроить. Сделать нормальные дороги, сделать, не знаю, цветники, это же. Потому что сюда люди уже не ходят. Поставить нормальные человеческие скамейки. Очень много людей приезжают в Суздаль из Москвы, из других стран, из других областей с детьми. Сделать что-нибудь для детей. Из Китая он привезет не только иностранный диплом, но и супругу У Лянь-Лянь. Говорит, что в России большие возможности реализовать свои идеи. Были бы нужные знания. Светлана Костина, Олег Матюшин, Андрей Никипелов и Мария Левченко. Первый канал.